сыр. Переходим к капусте сыр. Это у нас в Николаеве и в Одессе, допустим, эта капуста уже на рынке давно. У нее уже есть свои клиенты. Каждый год ряд фермеров садят ее с целью, чтобы получить капусту салатного типа 1,5-2 килограмма где-то 10-15 июня. Это июньская капуста. Вот. У нас в самих фермерском хозяйстве этой капусты около 10 гектар каждый год. Чем она понравилась? Во-первых, то, что я заметил, даже в рассадном отделении, если будет похолодание до минус 5, то есть она хорошо выносит на начальных этапах похолодания, весенний период. Если вы высадили в начале апреля, у нас так обычно делают, в открытый грунт, либо под укрытие, то отлично тоже переносит до 4-5 градусов похолодания. Второе, густота от 50 до 62 тысяч на гектаре, на, это ее густота. У нас фермер в прошлом году один высадил 62 тысячи на гектар, почему я говорю до 62. Вот, получил 75 тонн с гектара товарной продукции в июне месяце. И стандарт 1,5 килограмма, они все как мячики, у меня еще там есть фотографии, к сожалению, не предоставили. Вот. И еще одно из назначений, эту капусту у меня десерты берут, садят в осень. Июльская высадка, в сентябре, в октябре капуста салатного типа, когда на рынке капусты в основном для хранения, средние капусты. То есть, ну вот на примере нашего фермерского хозяйства, скажу еще, эта капуста стрессоустойчивая, чтобы вы понимали, на этом поле было около 600 кубов влаги выпало, 3 дождя и 1 град. Это май месяц. Тем не менее, мы собрали где-то около 60 тонн гектара капусты. Ну, это капуста, которая мы по продажам каждый год, вне зависимости от того, какой год там, капуста, не капусты, примерно даем прибавку по 40% каждый год. То есть у нас свою... Она сама, да. У нее свои клиенты, она спрашивает ее постоянно. Поэтому... Но еще один нюанс по этой капусте. В Черкасах мы были у Бишейка на семинаре. У них там разные компании, в том числе у нас и сыр был предоставлен, и вся линейка наших капуст. Сыр был посадик уже вместе, немножко раньше, чтобы он получился. То есть он в поле там простоял больше 30 дней после того, как он созрел. Он только нарастал. И трескался, ну там 2% где-то было отхода, вот именно треснуто. То есть он нарастал до 4 килограмм, стоял, выжидал, пока проведем еще очередное мероприятие. То есть отлично стоит еще до месяца в поле, после того, как он уже будет готов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.